Ну, я хаваю. Да. Никит хавает, а я играю. Это, о, видишь, она даже... второй эпизод, друзья мои. Прокольцована. Давай я тарелки помою, хоть что-нибудь сделаю. Раз я к вам вписался, то писуны всегда моют тарелки. Писун. К тому же, если их помыть неправильно, Дэвид начнет орать, как огромный младенец. Писун. Хорошо, как... А, нет, я настаиваю. Давай, давай, да. Нет, я настаиваю. Только тронь губку, и тебе придется ее съесть. Какая зверская баба. Я знаю, что ты не возражаешь, но я здесь надолго не задержусь. Надо просто, знаешь, типа, как встать на ноги. Понял, Некер? Ты прав, я не возражаю. Ну, возражает Дэвид, так? Чуть-чуть, может быть. Вообще, забудь, что я сказала. И что это такое? Чё-то не понимаю. Уже забыто. Давай ее, да? Да. Что именно забыть? Спасибо. А что забыть? Полночь, завтра, два часа. Ну так что думаешь? Не знаю, после всего мне вряд ли дадут место младшего помощника физрука в детском саду. Знаете, он нашел на работу, конечно. Да-да-да. Есть такое. Поезжу, наверное, погляжу, что где и как. Меня с собой возьмешь? Слушай, нас с ним заигрывают. Не-не-не-не-не, ты замужем, пиши. Да. А как же Дэвид? А что Дэвид? Кейт. Я знаю, просто так дурачусь. Трудно отказаться от того, чтобы начать жизнь с нуля. Понял? Она с ним заигрывает стопудово. А, Шпилевили, понял. В Норвегию хочет, видишь? Ты будешь путешествовать, а я останусь сидеть. На-на. О, большое. Кольцо потеряло. Да. Стакан Дэвида. Это любимый военный стакан Дэвида. Он разорвется, как... Я не знаю, кто. Я уже... Это спецэффекты, слышишь? Так, что там? Он поймет. Давай, да. Кто знает, я тоже так думаю. 2-2-8. Стаканы бьются, бывает. Только не... Не этот стакан. Блин, отправись, сука. Слышишь? Слышишь, вот что за спецэффекты, я не пойму. Как мы можем в раковине разбить стакан? Как, мама? Ну, как в раковине? Легко. Warface. А, Warface переиграла, понял. Guys. Что сделать? Давай его держать. Блин, давай? Я не знаю, что я Hello. Нажал. Эй! Ну все, а бля. Сейчас он морду, наверное, будет бить. Слышь, ты, я босс. Мне его подарили командиры, новые уже не подарят. Если только ты не хочешь купить его из гребаной могилы. Ну тогда почему? А, ну вот опять, бля. Then you won't be on my ass. Нет, опять так. Отвали. Дэвид, не кипятись, спокойно, мать. Не лезь, Харви, бля. Сначала ты сделаешь шаг назад и остынешь. Карелла на тебя года-год не было видно. Год. От чего жизнь покатилась в жопу под откос? Мы должны все бросить и распихать перед тобой задницу. Ты начинаешь учить, как не жив? Дело не в нем. Серьезно? Потом стоит там и судит меня за то, в чем ни черта не понимает. Ты не знаешь его, как я. Давай, Никитос, что выбираем? Обругать? Отпусти ситуацию. You know а, обругать. Right. Ой, подожди, я не... Блин, мы, короче, делали так, что он прав, а мы и не правы. Ладно. Блин. Ладно, это вышло случайно. Вот это да. Надо было бы врезать ему, и все нахуй. У него просто такое настроение. Поверь мне, это ненадолго. Ну да, она, конечно, исправит все это. А, это он... То ли вспоминал, это я утром, смотри. Понедельник, блин. Пьяный. Без вина. Ты бы у него, видишь, Эр? Воу-воу-воу-воу! О, мама! Входи! Чё, блядь? Это, знаешь что, это... Клементиночка. Спокойно, изи. Налегке на его смел. Что случилось? Они ушли. Заебись. О, боже мой, ряд. Ну там, короче, в первом эпизоде ты потом у меня посмотришь, что было. Ты когда ушел, кинул меня. Вот. Я этот Албиба взял. Да. А вот она. Видишь, умерла. Стой, жив? А, это гуф. Я уже выкопал для нее могилу. Вот молодец, да, смотри. Малая, выкопал уже могилу. В смысле, а чё этот, ну, а похрестить ее? Ну сейчас, смотри, я думаю, они ее будут хоронить, я думаю. А забухать? Ну то есть забухать? Без этого нельзя? Нет, так-то по сути без этого нельзя. Ну, то есть нужно поесть, ну что-нибудь такое там. Да, конечно, бля.
Выпьем за любовь. События здесь развиваются, конечно, ёпты. Жёсткие. Я просто пью за неё. Хедшот. Точно в лоб, слышь? Бам-бам, хедшот. Моя 5 пуля. Баллов, ё. 5 из 5. Ты заслужил никогда... лучшего. Давай я никогда тебя не... Да-да-да, не забуду. Мы никогда вот, тебя не забудем. Гейб, ты была хорошая сестра. Че ты угораешь, она умерла, и ты он угорает. А мне будет дочерью. Да. Копай ее, копай. Конечно, это все страшно. А гроб где? Спасибо, что остался. Я думаю, что ты, наверное, спас ее. Клементини, да. Он, наверное, спас ее задницу. Так, что там? Наверное, да, да? Да, конечно. Я не мог бросить тебя. Ты хороший человек. Недостаточно хороший, чтобы спасти ее. Но ты дал своим время оторваться. Это уже что-то. Где гроб, мама? Какой гроб? Ты че? Это постапокалипсис. Ее копают просто. Оставить или... Или оставить у себя, или ей оставить. В смысле, что это? Кассетный ейтёж. Оставь, ты чё? Она ей? В могиле слушает музыку. Да, давай ей, да, да, оставим. Потому что... Hey, покойным надо вставлять её вещи ихние. Бля, что за траур? Я просто пойду вот тряпку лучше унесу. Давай. Мы оставили ей плеер. И, наверное, сейчас будем закапывать. Да. Засыпать яму. Это все страшно. А гребаные ублюдки за это заплатят. Мне. Sorry, прости, что я так не нашел для тебя. Ты заслужишь живого жить еще так долго. А че он ее не копает? Копает. Копает? Закапывает. Да. Парень. Потихонечку. Че это? А, ты копаешь? Да, ну типа такого. Пишка. Это ты должна была меня похоронить когда-нибудь очень не скоро. Ну, в 99-м, правильно? Да, когда в этот кейп только был толстым. Вот. Ты сделал все, что только. Твою мать. Лопату ты в руку возьми, блядь. Да? Оборона так где? Да? А закопать-то надо человеку, вы шо? Лопату взял бы, как ебанул. У нее там он нога просто дал, торчит, да? из окопа, понимаешь? Надо закопать. Из окопа нога? О, смотри, ему что-то нехорошо. Врыло, реально? Стреляй, да он. А, стреляй. Это тот ублюдок, короче. Кто, короче, из той банды ихней. Стреляй. Видишь, клеймо? Убивай, давай, стреляй. Стреляй. На, сука. Хорош. Получай мудила. Видишь? Угу. Банда егошняя. Стопудово это он. Мухоморов, да? Стой. Банда, блядь, тварь. Банда мухоморов? Другого тоже такая была. О, чёрт. Что? Что случилось, блядь? А чё у нас? Клэм? Это чё, её батя был? Не знаю. Я с ними уже встречалась, говорит. Кто они? А, Шпилевили. Ты слышишь, блядь, Шпилевили ей 15 лет. Они называются Новый Рубеж. Рубеж. Значит, вас все выглядит, понимаешь? Когда-то были нормальными, а потом извинились. Это клеймо у них, вроде... Это статья, я не пойму, что... Она, блин, кинь ей столько лет, она всех хочет. Свала ходит, ё-моё. И по своей воле, там было плохо. Давай. Так, застряла? Да-да. Что значит застряла? Что значит застряла? Что значит застряла? Вот и фак. Понял. Ты была у них в плену? Я оттуда выбралась. Это все, что имеет значение. Все, она что-то не договаривает. Блять, ее отшпилили, я тебе серьезно говорю, ну посмотри. Они бросили одну из своих машин. Это уже кое-что. Не, ее не так, не. Я не 15. Машинку смотри. И просто не играл в другие части. В первую и вторую. Ну, смотри. Сезоны. Останься с нами лучше, слышишь? Лучше останься с нами. Ее надо. Она, ну, она, то есть, я хеды раздает, да? Она подрастет и все нормально будет, так она что нормально. Она хеды раздает нормально. Знаешь, у нас 3 года и нормально. И тогда пойдем. У тебя на уму что-то вообще, какой-то ты извращенец. Понеслась, стартуем.
Сцепление выжми, игра свет. Менты, спокойно, менты, блин. Ну-ка, право, давай. Так, а этот... А лопату не оставили, видишь? Лопату-то, да. Лопата бы здесь пригодилась бы. Хорошее орудие против зомбятины. Так, едет. Едем, едем в соседнее. Село. На дискотеку. Все, стартуем. Стартуем. О, батя, здорово. Ты вернулся? Да, батя, я вернулся. Мои родные, Элеонор их привезла, все в порядке. Привезла, хотя в порядке, это не то слово, которое я бы употребил. Элеонор сделала все, что могла, но ты бы тоже шел. Куда шел? В Манду. А, к ней, нет. Манду. О, что с рылом? Ты снова здесь? А, это полосы. А что, ее пристрелили куда? Ты что? Знаешь, она про тебя спрашивала. Нет, они эти ублюдки. Я вернулся, как смог. Да, правильно. Я вернулся, как только смог. Без стрельбы там дело не обошлось, а потом... Так правильно. Мы человека закопали, убили зомби, то есть, и все. Да. Не только зомби. Мне удалось ее что-то там сделать. Одно хорошо, попади эти ублюдки чуть ниже, и пуля заодно разорвала бы стенку желудка. Да, когда разрываешь стенку желудка, все. Моментальная почти. Yo, I'll be back. Ты хотел помочь, что практически силы меня вынудили позволить ему остаться. Да, Гейб, он такой. Гейб такой. У него сильно мужчина с бородой. Не выдержит. Ну так что, когда она встанет на ноги? Пока что состояние стабильное, но у нее продолжается внутреннее кровотечение. А что, она вон жива же, молодая еще, нормально еще. Ну, я не хочу тебя обмануть. Возможно, это всего лишь вопрос времени. Брутальный он такой, да? Ты сдаешься? Да, ее? Да. То есть, ты просто сдашься? Нет, конечно, я просто говорю, что больше сейчас ничего делать нельзя. Ну-ка, да, как я ей выебала, слышишь? Знаешь, такое похоже она? На Грей. Тарянка. Видишь, у нас глаза какая, ёпта. Это что, ему легче не станет? И все же. Мородненько. Я поищу его. Пойдем. Кого ищем? Мы можем идти. Поговори, поговори. Давай смотрим. По базаре с этим дядей. Ёпта. Интересно, вышло ли бы та-та-та-та-та, я не успел почитать. Ты вышел быстрее, Сань, поговори с ним, с этим досом. А что мне с ним разговаривать? Поговори, он нормальный типок, он из гетто. Как у него дела? Нехорошо. Да, в общем, не так плохо, как могли бы быть. Все, что нужно было подождать меня, а не убегать тайком, мне бы помог. По крайней мере, в драке я бы пригодился. Нам не заждать, нам не заждать. Ага, можно. Мне это тоже приходило в голову, поверь. Но я не мог ждать, надо было спешить к родным. В следующий раз, если он убьет, а будет, подожди немного, ладно? Окей? Okay. Ладно? Окей. Ладно. Русский зеркал. Хреновая ситуация. Хреновая, дед, да. Я молю за тебя. Здравствуйте. Отливай 100 грамм. Да, дед нормальный вроде. Я обсужу это с Кейт. Не могу принимать такое решение, не посоветовавшись с Кейт. Поговорю с ней, когда ей станет лучше, ладно? Трипа ты запомнил? Трипа я запомнил, потому что нормальный чувак, у него волосы как... Трипом треплем мы, короче. А жизнь не была. А сорил? О, что-то там есть, смотри. Взять, возьми. Давай, возьмем. Ствол там? Нет? Там кефир. Кефир для Гейба, точно. По-любому. О, кефир! Кефирчик. Кефир, лол, на дуре. Оп, спиздил. Оп, еще раз, еще раз. И смотрит по сторонам, слышит, чтобы не было никого. Мама, ама, криминал. Так, куда можно пойти? Это что? Сон, самолет, самолет на сэре. Самолет, это ноунеймы. Вот на таком самолете я как-то летал в Арканзас. В прошлой жизни. Нормально. Я в прошлой жизни был этим, знаешь, кем? Нига. Человеком-пауком, блин. Да-да-да. Мой нига. Эй, ты не видел, тут мальчик не проходил? Все руки в крови, и рожа вся такая мрачная. Пошагал в ту сторону, чувак. Я не знаю, ё. На твоем бы месте я бы куда бы не ходил. Так, мне нужно твои советы. Советы, 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 советы. Короче. Да, нормально. Но боюсь, не получится. Окей. Йоу, нига. Let's go. Let's go. Кровь-то, я так понимаю, не его? Его мачехи.
Ради нее ты должен быть сильным. Во что бы это ни стало. Если бы моя Франсина была в таком положении, я бы задрался, как делал, а? У тебя на канале, где видео удалено, потом это, ну, что-то... Короче, ты выпускаешь за видео или нет? Сейчас посмотрим. Что парень пошагал в передние ворота? Стартуем. Выйти, да, выйти. Ворота мне сделал, блядь. Вроде, глядишь, так, опа, бьют нашу. Почему нашу? Это гей, прям развлекается. А, гей? А, нормально. Выплескивает ненависть. Он кушать хочет. По-любому. Он еду набирает, если что, нормально. Я хочу вернуться и похоронить Марианну. Ты дурак, мы ее похоронили. Все было спокойно. Нахрен спокойно. Да, мы и плеер подали даже. Извини, мы не можем. Давай. Я даже не могу сказать, насколько мне жаль, Гей. Да, жаль, что с ней произошло. Жаль, что ты это видел. Да, но, к сожалению, ее не вернешь. А Кейт? Я был ей нужен во время операции. Ей нужна моя помощь. Я помолился бы. Я тоже мог убежать. Давай. А чё это мы очкуем? Фу, мы бы не очканули. Мы бы ебался бы разбил. Или мы его так поддерживаем, да? Мы поддерживаем, да, потому что Гейб, он ноунейм, а мы нейм. Почему он ему не дает? А, кефир, мы же взяли, ты что? Мне надоело это чувство. Я не могу больше быть беспомощным мальчиком. Я должен стать мужчиной, таким, как like был папа. Что? Ты уже мужчина, Гейб? Нет. Ну, по крайней мере, теперь я это знаю. В следующий раз я останусь в стороне. Я не останусь в стороне, я буду что-нибудь делать. Я должен. Он обязан. Он умрет, я тебе говорю. Сдохнет, думаешь? Опа. Черик. Опа, черик. Какие-то дудосеры едут. Выглядишь так клёво. Какие-то дудосы едут к нам. Может быть, нам надо уходить. Посмотри, чтобы Кейт была готова. Может меня рассчитывать, паря. Беги! Уран, Вася, уран. Чувствую, сейчас тут будет битва. За храм? За храм. Все, она сейчас всех убьет. Битва за любовь, да? Выпьем за любовь. Еще все ноунеймы. И ходячие там внутри, слышь, у него. Ебан. А, это он тело-то. Ублюдки, которые девочку убили. А, убивает? Да, вот эти ублюдки. Ломает сразу. Видишь, с клеймом. Они твари. Убивает сразу. Ублюдки. Я бы и сам хотел бы, чтобы до этого не дошло, но, к сожалению. А вот барсук говорит, что это вы напали на его людей, мать вашу. Чё он пиздец? Ну ты чё? Чушь собачья, чушь. Чушь собачья. Ты чё подлак? Чё ты напали? Они на нас напали, я тебя умоляю. Мы сегодня защищали. Слышь, ты бородатый. Ебал, видишь? Слышь, ты чё, мать твою, друзей за тебя погибают? Она сказала это, вся херня. Путаница какая-то получается. Чёрт, и чего вы хотите? Извинения, мать твою. Чё я правда хочу? Чтобы, сука, мои друзья были живы, блин. Он должен пойти с нами, предстать перед судом, получить наказание. Пошел ты на. У вас большинство... Идите вы к черту, да? Да, к черту. Идите к черту, блядь. Стреляй, у него пулемет есть. Факер ниггер. Факер ниггер, бич. Воронина, не заставляй меня это доказывать. Факт в том, что вы нас обокрали и убили нас. Ну все. А теперь кончай. Спускайся. ПВП или засава, не понял. Я думаю, не хватает стимула. Мудига. Это гангстер. Это бичес. Ух. Кого он там? О, мама. Твою мать. Это кто? Францинец! Тёлка. Нигер вот этого. Ух ты. А ты не говорил, что у тебя есть золото? Нормально, слышишь, короче, слышишь, ничего страшного, палец, короче, пусть отрубают, а этот, ну, мы его всех убиваем, нормально. Да? Ну, то есть, палец это потом этот отрастет. Не смей ее трогать, да. Не смей ее трогать. На всякий случай, пока поговорим, они будут тварить. Ты, блядь, накаляются, Никит. Говоришь, блядь. Они ноунеймы, понимаешь? Они ничего не делают. Но это все только разговоры. Барсука ты заметил. Я думал, ты мне говоришь гангстер. Ёпта! Стреляй! Ладно, давай ему хэдшот сразу. Стреляй! Какого черта ты делаешь?
Хави, пожалуйста, просто иди с ним. Так надо, чувак. Он же ее всю изрезал. Слышь, нига, что-то слышишь, правильно? Раб, ебать, ты начинаешь стрелять. Во, вот это правильно говорит. Стрелять на. Блять, сука. А, открыть огонь, да, открывай. На, сука. Стелёва. Готово. Уран, раз. Ах ты, ладно. Вот только убил нашего. Он вашу бабу убил. Да она жива еще, нормально, подожди. Какой жива, он не прям... Стреляй. Надо. Готов, нига. Стреляй, ебашь. Вниз. Бля. Я прям въем. Дед в шоке, смотри на деда. Просто тебе в рыло бахало. Я не успел нажать. На. До свидания. Блин, вот дед в шоке был, отвечаю. Франсина! На. Лох, вот так. Стреляй по ноунейму. Лови ему, дед. Черный шоколад. Черный плащ. Оба, успел. Опа. Все нормально. Батя в здании, ёпта. Вверх. Батя в здании. Стреляй! Да, не... Ого, попал. Хорошо. Хедшот. Мика. Куда он пошел? Куда? Я попутал, что ли? Лё? Давай. Стреляй. Глаз. А нет, сердце. Хорошо. Аллах Акбар. Все нормально. А там зомби еще, лол. Грё, что за чё? Нам не нужны. Нахер, иди нахер. Двигайте, пошел вперед. Принеси к чертовой матери эти ворота. Вот твари, смотри, они хотят войны. Смотри, какие вышки, а. Хотят войны, они получат, блин. Охренеть. Бабах. Ладно. Ран, Вася, ран. Ходячие вышли, ёп. Нормально. Не, их хоть мало, но это достаточно, чтобы здесь... Так, и их хаос тоже. Навести-то. Так, Вери? Газ пустили, всё, ГГ. Поезда. О, чувак! Аллах Акбар. Чё-чё-чё? Юг. Давай. Найс. Мама родила Гейба. Ешь, в глаз. Просто в кадык. Глаз. Чёрт с ним. Где след заточивый гандар? Он даёт такую хрень, которой задыхаешься. Найди Гейба, ты можешь. Ты можешь нам помочь? Иди, парень. Я задержу этих ублюдков. Беги, Форест. Давай, беги, иди, а. Должно что ли идти. Потом, чувак. Стреляй. Помогай пацану. На, ёпта, в шею. Аврила, умирай. Просто в кадыч. Давай, иди. Чё нажимать-то? Что за ноунейм и кью? Нож возьми, нож возьми. Ой, хорошо. Давай, гей. Со спины, в крышу. Прикрою. Стреляй, давай. Давай. Куда нажимать? Как в 45-м. Кадык. Как в 45-м. Нет, это уж банка. Прям в череп, слышишь? Нормально. Он всех их перерезал. Ёп твою! Что за ноунеймы? Стреляй! Бач! На, блядь! Нига! Давайте лучше так. Жёстко, да? Страсти накаляются, походу. Да у нас минус один. У нас минус, да. Чё, ноунеймы? На, вот этот дед. Это дед! Положался. О, дедуся, нормально. Дед красава. Дед вообще красавчик. Кого-то съели уже. Еще съели кто-то ноунейма. Это крыльяли нормально. In the front. Это нормально. Когда кого-то жжёт, это нормально. Да, это жестко. О, очкастый бежит. Клементинушка. На, ёпта. Лапель засала, я понял. Хэдшот, это на хап. А это тут кушал дома, на улицу вышел. Это пристрелило. О, видишь, кушал дома, смотри, ещё одна. На, ёпта. Бач. И сожрали, блин. На... Опа! Здесь, о, все. Будет... Минус. Всяко. Ой, жру. Там. Жру. Граната, а чем он хавал? У него же рта не было. Нижний. Этой не было же у него. Челюсти. На, типа, подбили. На, готов, на. Все, что ли? Не, только начало, наверное. Ну как начало? Середина, можно сказать, почти. Я так думаю. Они что, у нас на заднице? Просто другая машина, похоже, что все хорошо. Да уж.
Вы хоть зато стреляли, да? Ну да, повеселились. Но у нас мясо не, конечно, нет. Элеонор, слава богу. Не могу поверить. Все наши друзья, все эти люди. О, Нигер. Что с Нигером? А, он... Кондрат его зовут. Эй, Кондрат. Мне очень жаль. Мне очень жаль, Кондрат. Тебе жаль? Тебе, мать твою, жаль? Не, он хочет ПВП, слышал? Стреляй, за тебя, мать твою, она погибла. Конрад, спокойней, мать твоя. Друг, чушь собачья. Франсин Преск. Все из-за того, что этот прилизный хмырь ворвался в наши ворота. Надо было сразу это понять. Чувак, вот, ну давай-то там, да? Да. Мы тоже кого-то потеряли. Тоже кое-кого потеряли. Говори, что хочешь сказать. Гейб стоит, видишь? Say what you have to say. What? Что? Думаешь, мне это должно быть легче? Конрад, успокойся, пожалуйста. Давай-ка в рыло-ка ему, да? Да, надо вхавали ему. Оп, все, понял. Ну все, ёпта. Тобе пизда. Ни хрена себе, Гейб. Гейб за нашей на стороне. Take it easy, son. Не помогает. No, this isn't necessary. В этом нет нужды. О чем ты говоришь? Yes, еще как нужно, я же говорил. О чем говорил? Хуярил. Хочу тому? Стреляй же уже. И конец. Мне уже наплевать. Down, давай уже, давай он... уже, давай уже. On, давай, давай, давай no? Уже. Давай, давай, давай. Ну так чего же ты ждешь? Он очканет, наверное. Он очканет, да. Стопудово очканет. Боится. Ой, я все начал мочить, ёпты, по ногам. Больше не трогай моего дядя. Пусть идет, ему просто надо остыть. Хрена себе, по ногам начал стрелять. Попутал дядя. Сгинку начал танцевать. Тот аж очканул, смотри, Нигер. Ну все, облакакался, пошел, что-то друзья меня. Такой, ооо. Так. Ама криминал. Так, Нигер плачет у вас. Ему Нигер срочно плачет. Нужен психиатр, по-любому. Надо вернуться, надо ее похоронить. Ну да, было бы хорошо. Обратно Преск, весь запачен. Не можем вернуться. Тут тоже нельзя быть. Говорят, там живут люди. Если это правда, у них есть еда и защита. Может быть, даже больница. Понял? Да? Мотherfucker, он там матом орет уже. Они отняли у меня мой дом. Они отняли мою... Черт возьми, кого мою? Так, чё? What the fuck? Я с тобой, revenge? Давай. Ты хочешь отомстить? Тогда тебе понадобится помощь. Может быть, чтобы ускорить что-то там, блин, в Ричмонд, значит. Ага, да пошло оно. Yeah. Двинулись fuck нахрен. Let's go. That's a spirit, man. Let's go! Так, пора-ка мне подудосить. Ну, то есть, поугарать. Что за... О, они сейчас сосаться будут, как раз в пару лет. Может, у них что-нибудь совертится? Он... Да-да-да. Это может пойти им на пользу. Да-да-да. Надеюсь, это может обоим пойти на пользу. И бывает, нужно пообщаться с кем-нибудь из сверстников. Да-да-да, это помогает, кстати. Гейб уходит, все, они уходят, боятся, очкуют. О, мы едем в далекие края. Далекие края. Где водка и пивасик, и родные наши друзья. Как будто она бухала, блин. Так мы курили же. Так мы не с ней же курили. А это и вон, видишь, херо. Словно вся горю. И помираю, как пить хочется. Она горит, понял? Моча для ёпка. Чего? Смотрели этот, Discovery Channel, блядь. О, я ей воду дам. Фига себе. Вот зачем нужна была бутылка? Discovery Channel, смотрели? Там этот... Выживал, дудос. Вот только моча, самый охуенный вариант. Вот, блин, пусть пьет. Что Лёнь. Она хочет пить, это нехорошо. Какой у нее лоб? Лоб с белый, блядь. Эй, горячий, блядь. Хоть яичницу делай на этом лбу. Клубе. Хоть подкуривай. Ты выживешь, да. Эй, Кей, все будет отлично. Я просто стараюсь сохранять реализм. Yeah, well, ну да, я сохранять оптимизм. Чё-нибудь, угорать буду, что ли, да? Друг на друга. Да. Рави, мы оба знаем, что будет. Тебе пизда, всё. Скажи. Кейт. Знаем, и пусть это звучит довольно дико, но... Тебе пизда. Может быть, это мой шанс на
Господи, не знаю, на достойный уход, что ли. Че все умирают? Так. Гейб тебя слышит, Гейб тебя слышит. Гейб всех слышит. Тише Гейб услышит. Иншалла. Рано или поздно ему придется это пережить. Гейб тебя слышит. Только подумай обо всем, что было. Лориана погибла. Я не смогла это предотвратить. А Гейб? А шо Гейб? Я слышал, что было, когда мы остановились. Разве это не очевидно? Послушай, он может становиться таким, как Дэвид. Как Нолнейм. Я прикрою его, да. Давай. Просто ему нужно, чтобы его кто-то прикрывал. Или вел. Надеюсь. А что у него с глазом? Кто-то ее въебал? Хреновый. Видишь, ее подстрелили. У него этот Гай Мари, слышишь? Я тебе говорю. Так, я пропустил. От него. От нее куда... Че хочешь зажимать? Короче, да, я не знаю. Я тоже не знаю, о чем они разговаривали. И не прочитал. Все будет зависеть от нас. Проймешь, не проймешь. Короче, от дудосом будешь. От дудоса не выйдешь. Извини. I'm sorry, very well. Тебе бы лучше отдохнуть, Кейт. Да и всем нам. С удовольствием. Пойду. Дети любят делать вид, будто дети не слышат. Не знаю. Борода. Решает вопрос. Так и сегодня не букеты роз, блядь. А чё, где там? А, едем? Мы едем, едем, едем. Едем, едем, едем. Ты... О, тут приехали, смотри. Ну, стартуем? Стопэ! Опа, братья мои, ползут. Куда собрались? Отлично, что теперь? Дай-ка угадаю, мы заблудились. Дай-ка угадаю, мы заблудились. Ну не совсем. Ну и тогда чё? Скажем так, туннель завален старыми машинами, и слишком на пролом не пройти. Придется как-нибудь распихать. Как же мы будем их распихивать? Руками, что ли? А я за ногами буду стараться. Если что, что случится, Ари? Ари как дура. Короче, офигеть, куда же не складываешь. Снайпер есть, да, идёт, смотри. Опа! Брыла! Лицо! Сша! Давай, ПВП, на ёпта. Опа, свертушка, выкладана. На ножах. Надо передвинуть ту машину. Давайте, за работу, расчистим. Так, ходим. Двигай синюю машину. Да, походу. Ты куда? Нельзя туда. Синюю машину. А как её тебе сдвинуть? Ну, по-моему, вот, дудос, пару, да. Толкнул. Давай. Ты же богатырь же, блядь, тебя, блядь, рука богатырская. Да, где, да этот, ё-мо, инфаркт, блядь, схватит. Сука, толкать будет. Никак. Не хочу с ним разговаривать. А смотри тогда, слышишь, я. Хочу, я смотрю. Хотя, да, она же этот, там босс. Дверь гаража. Дверь гаража, блядь, открывай. Взломаем, блядь. Как зомби, короче, хоп, такой, да. Нет. Кто? Оооо! Мафынка! Ёп! Ты прям так сказать, мать. Я ж тебе говорю, я экстрасенс. Лево, право, боковой! На, ёп ты! Как учили в нём. Ёп, блин, припечатал его, сука, бича просто этого. Как учили в спецназе, блядь. Просто... ВДВ, схватить. Припечатал его, кстати. И врыло ему, дай он тоже, блядь. Да он уже сдох, смотри, он ничего не мы... Садись, использовать. Эту штуку надо как-то запитать, да, вроде? Ой, бля! Исследовать. Ну, должен же быть способ ее запитать. Я погляжу вокруг. Использовать гаечный ключ. Давай. Теперь кабель можно вытянуть. Давай. Тяжело. Все, сейчас оттянем. Господин Крюк, надеюсь, выдержит. Но все равно надо подать электричество. Да нахрена тебе электричество? Ё-моё. Идём искать. О, погоняй, не будем разговаривать, да? Тянуть время. Тянуть время, да? Не будем. С Нигером тоже не хочу разговаривать. Вот тут что-то есть, смотри. Бать. Так меняется. Обстановочка. О, нормально, вот и все. Нашли тебе электричество. Сейчас подкурим, и будет все ништяк, да? Травку покуда? Подкуриватели.
Прикуриватели, подкуриватели, закуриватели. Видал, как я? Прям пословица. Поговорка, блин. Использовать. Закурим. Прикурим. Накурим. Выкурим. Попробуем. Закурим. Накурим. Выкурим. Выкурим. Я уже говорил. Нет, ты разбирается, смотри, походу. Дед вообще профессиональный. Дед профессионал, да. Стопудово. Вот так нормально. Ох, так не выходит. О! Машинка пошла. Опаньки. Вот и все. Опа, стартуем. Опа, стартуем. Вроде все. Все нормально. Как только разобьем разберем завал, готово. Ходячие. Ну как же без них, ё-моё. Стоим либо стартуем. Займись ходячими. Бичи, а. Мою тёлку хотят они, короче. Ну все. На, блядь. Кью. На, блядь. Кью. Врыло. Прямо влево. Давай. Ух, сколько ешек надо нажимать. И... Охренеть, он их рубит, да? Так учились. Да, давай. Дай, пора, вперед, давай, газу. Гони, гони. А мы за тобой. Ну да. Они прорвались, скорее. Ёп. Там нигер. Нигера спаси. Ёп. Все, некий ДГ. Да? Не, смотри, его убили, все. ПВП, сука. Хренадед. Живой? Спасибо. Молодой. Мою мать. Мы же про эту штуку-то забыли. Какую? Ну, который тянет. Крыша, вперед. Тянет, который тачку эту. Ну. О, нигеры. Здорово. О, гангстеры. Ну-ка, рыло право, да. Давай. Ёпты! Гейб там помог, Гейб. Гейб, красавчик. Туда. Давай. Сколько ж вас ублюдков, а? Тоби пизда. Нижнего. На тебе. Да ёб-моё. Нет. Как ушки надо нажимать еще здесь 30 лет. А, на ухо прям, слышь? Все, тоби. На ухо прям, блин, выстрел был. Его оглушило его. Вперед. Как в CSGO. Ну давай. Блин. Помогите ему, ё-моё, кто-нибудь. О, нигер. Нигер. Помогает. Фишко. Давай. Нигер, красавчик. Сейчас за ногу схватит, смотри. Оп. Нет. Охренеть просто. А, смотри, сколько их там. Ебать. Это хейтеры наши, слышишь? Это хейтеры, в натуре это хейтеры. Хейтеры. Проклятие, я знал, что здесь что-то не так. Что же нам теперь делать? Убегать. Мы в дерьме. Гениальная мысль, да. Понятно. Так да. Мы в дерьме. Кажется, у нас небольшие. Ни хрена все небольшие проблемы. Так, малюсенькие. А, чуть-чуть, совсем немножко, блин. Просто здорово. Сбагойся, чувак. Сбагойся? Я не собираюсь сбагаивать. Да вы ебалась, я тебя добью, блядь. Ёб, началось. Вот всё. Вот такая... Вот ругань в таких ситуациях вообще... Брит-то кто-то ходит. О, это фанаты наши. Там реально кто-то ходит? Это ловушка. Мы вооружены. Чтобы испугать, тоже не против. Кем бы ты ни был, тебе следует знать, что у нас оружие. Умеем им пользоваться, нет? Надо его напугать, слышишь? Какого черта, он исчезнет. Все остаются здесь, в укрытии. Я попытаюсь что-нибудь. Вот дудос. Пусть гейм. Один пошел, ёпта. Красавчик вообще. Они на прикрытии? Угу. Закрывают его. Конечно. Знаю я таких. Пистолет, сука, смотри, блядь. Или идет, ёпта. Может быстрее идти? Хави. Опа! Кто-то там был. Ну? Куда ты прячешься? Что ты прячешься? А что за ноунейм там? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас мы его пристрелим нахрен. Да? Чтобы нефиг нам здесь ходить. Не, ну сыря, кто это? О, у него это беретта. Смотри, ствол. Смотри, если упадет деревяшки, будет эпик полнейший. Вперед, стартуй. Стартуем. Вот, кто... А, нет. Так вот, кто-то сидит, вот, прям. Ну, вот. Я говорю. Что за ноунейм?
Стреляй. Не, поговори, 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 поговори! Я хочу, чтобы ты повернулся медленно. Медленно стартуем. Ты слышал? Так это... Колеса, ёпта. В смысле? Какие нахуй колеса? Чё, пьяный? Ловушка! Ёпты! Красава! Это не игрушка. Брось оружие, чтобы не поранить. Где наши снайперы, я не понял. Ёпты! Слышь, знаешь, на ком он похож? На Дудоса. Всё. Отпусти оружие, отпусти оружие, отпусти оружие! Знаешь, на ком он похож? Подожди, тут война! Фильм Ман... На Иисуса. Из кино. Из этого. Я пускаю руки, как Иисус Христос. Я послушал вашу небольшую дискуссию. Твои друзья ведь не собираются меня застрелить? А хрен тебя знает, может, собираются? Они могут. Давай они хорошие люди. Нет, а то мало ли он меня убьет сейчас, ёпты. Хрен его знает, что у него в голове там. Они хорошие люди, они много сделали. Конечно, как все мы. А, немного потеряли, было написано, да. Немного поношенные. Свежие раны, понятно. Конечно, свежие, блядь. Вы направляетесь в Ричмонд, поэтому я делаю вывод, что вы как-то связаны с тем, что там происходит. Вопрос в том, на чьей вы стороне. На туре это Иисус. Так, а на чьей мы стороне? Рыло! Левый, правый, уходил! Кью, блядь, сука, успей! Давай, водила! Давай. Е! Е! Мама. Давай, ну же, у тебя силёнок что ли не хватает? Все, все, пизда, все, он умирает. Убивай его нахуй, опа. Не жалей даже. Руки вверх. Просто не жалей. Хендехохна. И вот наши снайперы пришли. Все, все, очка, ну. Ой, старый здесь. Ну? Каких еще этих? Какие еще эти? Ты знаешь, что я имею в виду, новый рубеж, мать твою. Что? Вы все не так поняли. Хави, этот чувак брешет. Метку, проверить у него метку. Метку проверь, Дудос. Зачем мы так доверять таким словами? Так. Нихуя, не, метку проверяй. Тварь. Думаю, что он не с теми парнями. Говорю же вам, я хочу попасть в Ричмонд, как вы. Я потерял связь с приятелями, когда район захватил на рубеж. Что-то он припёздывается. А мне кажется, нет. Потому что Иисус в кино был, он нормальный мужик. Понял, в кино. Подожди. В кино, но не тут. Надо дружить такое же. Надо научиться доверять людям, Никит. Да? Черт. Он чуть нас не убил. Понял, мы отправили тёлок в этот новый рубеж, Ричмонд. А там чуваки из нового рубежа. Он может нам помочь, да, возьмем. Всем успокоиться. Успокоиться, блядь! Как черт мы можем успокоиться? Нет, если мы первыми доедем туда. Неподалеку есть старый железный туннель, который проходит под рекой. Насколько мне известно, это самый короткий путь до Ричмонда. Железнодорожный туннель. Я могу провести вас туда. Хави сказал, что вы хорошие люди. Может быть, вы опустите оружие? Я что там припиздил, слышишь, он мрёт. Хрен, аж два я опущу его. Мы свяжем тебя и проверим твою историю, блядь. Он нигер злой. Связать его, свяжи. Поверь мне, свяжи. Свяжи, Андрюха. Вот, свяжи. Нет, поверь мне. Да. Надо доверять людям. Андрюха Махто. Ты мне доверяешь или нет? Надо будет сначала проверить его, а потом дудоснуть. Да, потом дудоснуть. Thank you. Thank you, спасибо. Он это запомнит. Видишь, он запомнит это. Ну смотри, блядь, если он заебал нам даст, а? И... как там тебя зовут? Sorry, простите, забыл представиться. It's Paul. Пол. Но, друзья, меня зовут Иисус. Я ж говорю, это Иисус. Ёпты. Это он. Иисус? Да. Это бог? Какой бог? Это не мне. Это из кино, из вот этого. Ходячие мертвецы. Угу, давай. Чё, это воспоминания? Она бежит, да-да-да. Бежит, видишь, с ребенком, с нигерским пупсиком. Это этот, панда. Тут можно спрятаться. Конечно, блин, можно, только ты хрен ее откроешь, ёпта. Как всегда, о, как всегда, блин. Ходячий, о, не, можно, yes. Смотри. На, блин. Левый, правый, боковой. На, ёпта, нос. Готово дело. Закрываю дверь, дурак. Убивайся мне. Шкаф, положи шкаф. Урони шкаф. Я так не понял, чей это ребенок у нее. Мой. Твой?
Лол. Вася, нахуй. Ты нигер, оказывается? Ребят, короче, некий ты нигер. Это нормально. Оо, плачет. Я знаю, что ты голодный. Так. Удержать его. А, песенку на пианино. Блин, а нормально, ну, ну удержать. Блин, нормально, чё? Правильно, Милаева, ты чё, ты не верил мне? Ты не верил мне? Чуть-чуть его погладил, ёпта, и хватит. Подождём, пока они уйдут, а потом найдём, чем, чем тебе кормить. Надеюсь, что они, что и не только тебя. Сама пожрала бы, ёпта. Твою мать. Птичку дай ему. Эй, я слышу, что ты там. Пусти меня, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай откроем. Нет, зречь, эй, Джей, вот это, да-да, зречь. Что это? Оп, кто, что за новый? О, чёрт. Эй, ты там. Привет. Можешь держать меня под прицелом, если тебе так проще, но если ты меня застрелишь, то придется иметь дело со всеми какими-то там дудосерами. И заткнись, ты что, блядь? Стоять на месте. Не, нормально, стоять на месте. Не бойся, малышка, я никуда не выйду. Не иду. Черт. Помогать надо, помогать. Да они, если я не помогу, то я тебе ворвутся. Ну, надо, говорю, помогать. Кью. Нет. Кью, пьяный, без вина. Я говорю, надо помогать. Проклятие. Ну что же, из нас вышла отличная команда. О, нигер. Маленький нигер. А в смысле, он же мальчик, ему титьку можно дать? Какую титьку, блин? Спасибо, наверное. Спасибо, наверное. Не за что, малышка. Если что будет нужно, обращайся. Славный паренек. Ну, конечно. Вы тут живете? Мой пиздюк. Не слишком молода, чтобы быть его матерью? А тебе что, важно, что ли? Черт, ты сама еще ребенок. Это не твое дело, понял? Ладно, ладно, расслабься. Лысая баба, это что же жесткое? Ну это рак мозга. И вдруг хаос. Черт, минуты не прошло. Они сволочи медленные, но боже, ты мой, когда их до хрена, это очень хреново. Я оторвалась от своих, боже, надеюсь, они все выжили. Что там искал? Давай, что вы искали? Бензин, воду, любые припасы, смотря что найдем. Черт, дело явно что-то там. Мы сейчас уже, наверное, в точке встречи. По крайней мере, те, что смогли уйти. Кстати, меня зовут Ава. Ава? А моя группа? Мы называем себя новой... Сука, она одна из этих гандонов, понял? Я тебе говорил, ноунейм ты. Он есть хочет. Ёпты, одна из них. Может, пойдешь со мной, познакомить с ребятами? Нет, только не новый рубеж. Они нам нахуй не нужны, да? Конечно, они ноунейм. Нет, спасибо, ёпты. Пошла ты со своими. Группа это не по моей части. Кошка гуляет сама по себе. Да? Кошка, я рысь. Ну, как хочешь. Ну, ты... Мне крепко помогла, я этого не забуду. Когда наши пути пересекутся в следующий раз. В следующего раза не будет. Увидим. Мир штука загадочная, всякое бывает. Да, мир такая штука. Дело такое. О, ноунеймы там долбятся. Короче, я так понял, да, она одна из этих, блин, ноунеймов, короче. А, нафиг она это вспомнила, я что-то не понимаю. Эти туннели заброшены уже десятки лет. Но я слышал, будто через них можно пробраться. Давайте надеяться. Давай понадеемся. Там такой хоп, тупик, прикинь. Хави, мне надо с тобой поговорить. О чем? О житье. Послушай, я хочу сказать спасибо, что ты никому не рассказываешь про меня и новый рубеж. Чего? Какой нахуй новый рубеж? Я тебе рассказывал, это не вся правда. Че такая-то хрень происходит? Это порнография. Да, я была у них не в плену, я была с ним. Блять, она тоже одна из них! Ебанись. Ёб твою. Чёрт возьми. Правда, надо было. Господи, боже. В смысле, мы же отказались? Тебя заклеймить. Просто послушай. Подожди, в смысле? Я не прошу, чтобы ты меня простил. Но ты должен понять, у меня никого не было. Ну, в принципе, здесь каждого можно понять. Да, я была совсем одна, и я думала, что они мне нужны. Мы же отказались, не? Но они меня быстро убедили. Вишен, они меня быстро убедили. Мы отказались, но они ее потом быстро убедили. Говори. Такого. О, Нига идет.
Маннега? Денджер. Опасно. Реллинга? Меня... Напряжение? Да, скажи, что я... Не, если меня довольна. Лучше так. Не, давай скажи, что я могу тебе верить. А, верить там было написано? Да. Не чуточки. Я просто должна объяснить, потому что если они правда заняли Ричмонд, мне нельзя там показываться. Я просто не могу. Так что, когда выйдем из туннеля, я ухожу. Не-не-не, её надо оставить. Как, собираетесь к нам? Психа, сука. Её надо оставлять, слышишь? Надо оставлять её по-любому. Все слышат? Это оттуда. Как он в туннеле ходит, ёпта. Кто там? Ёбаный ты! Они повсюду, ёпта, ходячий негер. Подожди. Берегись меня. Yeah. На, сука. Давай, нам иди. Нос, сука. Хави, help! Хави, помоги! Ты куда нажимать-то? Хью! На, не Хью, на себе. У меня Steam за ту доску. О, паркурщик! Ёб ты, Иисус, паркурщик, некий. Я вижу. Иисус, паркурщик, блядь. Вали его. Нас. Ваш. Хедшот, на. Хераси. Ты дебил, они сейчас все скопятся. На эту самое. На звук же. Ё-моё, ходят же они. Это ж зомби, дебил. Ран, Вася, ран. Блин, какой стрелять на ходу, ты гонишь? Нормально. Это, блин, не CS GO, мать твою. Это Warface. Что за чёрт? А лучше бы нам найти обход, а то нас сожрут. Можем. Ну, открывается. Давай, Хави. Вырывай её к чёртовой матери. Открыл, давайте. А у меня нет нормально? Блин, пошли. Да, нормально. Так нельзя, ходячие полезут. Мы с Хави заблокируем дверь, а вы пока идите вперед и убедитесь. Давайте скорее, мы будем прямо перед вами. Я остаюсь. Держите дверь, пока я найду. Давайте, давайте. Слышь, смотри, что он делает. Напряжение у меня с тем же дудосом. Напряжение растет. Давай, блядь, давай. Хави! Хави! Не могу! Слишком много, помоги! Ломай! Не надо! Засунь туда. Засовывай, ну, красавчик. Все хорошо. Нигер! Попутал, нигер, смотри. Ты шо, он я... Какого черта ты делаешь, сука? Я вас слышу, ты думаешь, я дурак? Ты говоришь, что, что начала. Положи оружие, положи да, оружие. Да, ёпты, слышишь, нигер попутал, ёпта. Опусти оружие, падла. Не опущу, пока она не закатает рукав. Что? Почему? Why? Сука, показала, бля. Да и чё дальше-то, ёпты? Ты одна из них? Так, это татушка простая. Татуха, да? С детства. Одна из нас. Нас. Да, правильно, ёпты. У неё есть право на свои секреты, как у тебя на твои. Дело не секрет. Ты не видишь всей картины, сынок. Ты не понимаешь? Притащим её в Ричмонд, и нам туда. И нам там дадут всё, как, короче, капец будет. Она наша козырная карта. Они не станут с тобой торговаться. Ты их не знаешь. Вытянуть оружие, вытянуть оружие, вытяни, давай, да. Стрелим нахрен. Я говорю, утягивай. А как тебе такой ответ? Катись к черту, Конрад. Я этого делать не буду. Если хочешь меня застрелить, стреляй. А может я лучше застрелю твою мелку? Эй, Гейба, не трожь меня. Гейб нам помогал, ну-ка въебал, дай ему. Чё за хрень происходит вообще? Рылы, стреляем в рылы. И мы все пойдем, выйдем на солнышко. Выстрел. Мудила. Гейбан нахуй положи. Все, нахуй пошел. Мудила. Клементина это запомни. Господи боже. Друха, мне надо ком перезапустить, слышишь? Давай. Если я сброшу, тебя ничего не вылетит? Нет. Все, когда ща я буду еще. I'll be back. Be back. He's dead. Боже. Все произошло так быстро. Так. Прости, жаль, что пришлось это сделать. Правда, жаль. Пошли.
Да, друзья, вот это просто. Ты видишь, что происходит? Это реально Ису, блин. Это круто. Где Конрад? Он не выбрался? Понятия не имею. Я думал, он с вами. Нет, не с нами. Я хочу сказать, мы не можем вернуться. О, черт! Постарайся, не шуми. Твою мать. Да, дед что-то разбушевался. А девочка? Она-то где? Не беспокойся. Теперь это уже не наша проблема. Ее тоже нет? Что за дерьмо? Никто из нас этого не хотел. Но сейчас нам надо найти Кейт и Леонор. Ты прав, я просто хочу... Что он просто хочет? Я так не понял. Да, дела. К воротам в эту сторону. Если твои люди, значит, они должны были тут побывать. Почему тут так тихо? Я думал, новый рубеж будет маршировать по улицам и всякое такое. Тренироваться на ходячих или... Да, это странно. Тут как-то странно тихо. Может быть, нам просто повезло? Графика, конечно, отличная. Мне нравится. Вон они стоят. Тихо. Черт, они нас видели. Я так не думаю. Видишь, что они делают? Что они делают? Они уходят. Это их машина. Эй, спокойно. Кейт, ты меня слышишь? Кейт, говори со мной, скажи что-нибудь. Хави? Да. Мне бы сейчас не помешало что-нибудь снять напряжение. Очень смешно. Приберегла для подходящего момента. Так, что? А где Леонор? Что-то не понимаю. Гейт, ты цела? Кейт, ты цела? Иди ко мне. Где Леонор? Она пошла вперед за помощью и не вернулась. Черт, наверняка ее схватили. Иисус, далеко до их лагеря? Теперь уже недалеко. Может, пару кварталов, не больше. Гейт, помоги мне поднять. Так, я не позволю ей умереть, мы потеряли достаточно. Я найду с ними общий язык. Я не позволю ей умереть. Думаю, Кейт долго не протянет. Значит, пора постучаться к ней в дверь и сказать «Здравствуйте». Ладно, согласен. Так, когда такая ситуация, надо действовать какими-то способами уже. Вот и ихние ворота, походу. Вот и он, новый Ричмонд. Мы на месте, Кейт. Сейчас я тебя занесу внутрь, тебе помогут. Хави, если они смогут меня спасти, может, мы с тобой все-таки съездим в Норвегию. Норвегия, это хорошо. Может, найдем место потеплее? А может, поедем куда-нибудь, где потеплее? Говорят, на Бора-Бора в это время. Года здорово. Иисус, вполне возможно, что дело сложится не в нашу пользу. Если не хочешь ходить с нами, я тебя не стану. И я же с самого начала прошел. Эй! А, вот он этот. Распиздяй. Это снова вы. Сверх приходите, что ли? Ей нужна медицинская помощь. Еще у вас наш человек. О, Гоумс, и что вы хотите? After what you did to our people?
I'm not inclined to help any of you. I am begging you, please help us. If we don't get her to a hospital, she'll die. Then I guess she's gonna die. Ну, значит, умрет. Стало быть. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us to help. Теперь вы обязаны нам помочь. We don't owe you shit. Черта, мы не вам не обязаны. It's got nothing to do with me. Your people, your problem. Потому что нам не нужна. I need her, okay? She means the world to me, and I couldn't take it if I lost her. Losing people's just a part of life. If you're not used to it by now. Какая, смотрите, оказалось. I don't know what to tell you. Please, Kate's dying. Пожалуйста, Кейт умирает, ей нужна помощь. It's not like I don't have a heart, okay? But your people started this whole fucking thing in the first place. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right? Prescott. That whole situation was a damn mess. It happened. Так. It's over. Nothing I can do about it now. Это твой долг. My niece is dead. Счет уже ровный. You know, ты знаешь, что это твой долг. Now all of you. А теперь вы все опустите оружие. Maybe a good idea to может, play хорошая along мысль here, подыграть вам, по крайней мере, на время. You put him down. Кладите оружие, я сочту это знаком доброй воли. Nice and easy. Or else this is gonna end bad. Давайте оставим. I don't think so. Я так не думаю. We lower our weapons, опустим оружие, мы покойники. Guess we're doing this значит, the hard way, then. Уху-ху, что это сейчас будет? Что-то сейчас... Ни хрена, их там многовато что-то. Выходит-то. What the hell's going on out here? Что за нахрен тут творится? They didn't drop their weapons. Касались пускать оружие, у меня не было выбора иначе. Oh my god. Ёб твою мать. Ты прикинь? Dad? Папа? Что? Это наш брат? Ха-ха, да, вот это дела. Эпизод 2. Неразрывные узы. Часть 2. Вот это поворот событий, друзья. Да, будем ждать, короче, третий эпизод и обязательно его запишем. А если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующие видео. Пока-пока.